выставка в 96-м году, она была очень интересно представлена. Чем пишут писатели? Кто карандашом, кто ручкой, кто пишущей машинкой, и как? Ну, мы, например, знаем, что Гофман писал свои сказки, он пил горячее вино и держал ноги вместе с горячей водой. Да? Но там другое, там кошки, которые окружали писателя, кто-то стучит на машинке, кто-то ручкой, кто-то обязательно авторучка именно этой фирмы, а не другой, это было номер один. Потом в 2003 году снова Берлин, снова литературный дом, там были Санна Александрова, там была грандиозная выставка, посвященная культуре города Черновцы. Там были Польца Лана и многие другие. Черновцы когда-то были очень крупным культурным центром. До волны эмиграции, которая началась перестройкой и которая сильно-сильно перестроила Черновцы, но прошлое осталось. И вот эта третья выставка, которую я вижу, представленная литературным домом Берлина. Выставка составлена, она делалась, как вот та Черновицкая, не два года ее делали, вот так и это, она делалась не один год, и мы можем это легко увидеть. Потому что на помощь были призваны архивы Москвы, музей Шевченко в Киеве, музеи Баварии, музеи на Колыме, множество музеев памятных мест, связанных с Варламом Шаламовым. Выставка очень дотошная, я бы сказала, академичная, по-немецки академичная, и в какой-то мере внеэмоциональная, и слава Богу, что внеэмоциональная, потому что эмоция – это сама проза Шаламова. Вот здесь должно это открываться, а не в ряде документов, с одной стороны. С другой стороны, документы эти таковы, как вы можете видеть, они не могут не вызывать эмоций. Они не могут не вызывать ни слез, ни горе, не вызывать слезы горечи. И вообще состояние непонимание того, как этот кошмар мог произойти. Как молодого человека, а Шаламов родился в 1906 году, если не ошибаюсь, в семье священника. Как его могут в 29-м году арестовать за то, что он распространяет завещание Ленина, в котором Ленин говорит, что Сталину нельзя давать слишком много власти. Тем не менее, Шаламова сажают за это на 3 года. Он выходит из тюрьмы, как говорила Анна Андреевна, времена были вегетарианские, он выходит из тюрьмы для того, чтобы снова попасть туда. В 1937 году на него доносит брат его жены, как на троцкиста. И после этого Шаламов будет в лагерях еще долго-долго реабилитирован. Он будет только в 1956 году. В 1953, кажется, он выйдет из тюрьмы, если я не ошибаюсь. Поедет в Москву, встретится с Давыдом Пастернаком, это будет разовая встреча. Дальше поражение, 101 километр. Но все равно состояние несвободного человека в 1956 году – реабилитация. Но, тем не менее, возможность публиковаться. В 1954-м Шаламов снова начинает писать. Что он прошел в лагерях, я не стану рассказывать. Это нужно читать его колымские рассказы, нужно читать его автобиографию, нужно читать его стихи. Нужно в конце концов смотреть эту выставку, которая наполнена замечательными документами, справками, стихами, рукописями, портретами. Понятно, что с публикациями в советское время, дайте нам стихи о комсомоле, говорят ему, дайте нам стихи о юности, о комсомоле, о бодрости, о оптимизме. Большое спасибо человеку, который прошел в лагеря. Я вам скажу честно, из колымских рассказов я помню только эмоциональное состояние, уже перечитывать я это не стану, это очень страшно. И я помню только один эпизод, когда двое в шахте, по-моему, они работают там, за полярным кругом, и один умирает от пилагры, и его желудок совершенно не держит уже никакой еды. Он говорит, ну не есть я не могу, кормят их чечевицей. Он говорит, ты потом, вот вымой, да, все равно оно выходит непереработанное, ты вымой, ты ешь, и ты так спасешься. И тот действительно вот моет то, что выходит из первого, и он выживает благодаря этому. Это всего лишь один из эпизодов, а таких эпизодов, как вы понимаете, множество. Вот об этом пишет Шаламов. В чем разница между Шаламовым и Солженицыным? Это две мощные фигуры одного времени, прошедшие через лагеря, но обладавшие огромным гражданским мужеством, и тот, и другой. Но Солженицын публикует при Хрущеве один день Ивана Денисовича, потом, если не ошибаюсь, публикуется Матрёнин двор, Солженицын допущен в архивы. Солженицын – пиар-фигура. Шаламов, как писатель, это хорошее название, житель и писатель.
выбор. Шаламов, человек творческий, не писать он не может. А писать он может только о том, что знает. Еще есть цитата: ни один человек не должен попадать в лагеря ни заключенным, ни начальником. И не должен проходить через этот опыт. Но хоть скоро я через него прошел, пишет Шаламов, все остальные об этом опыте должны знать. И он не занимается пиаром. Более того, в 1972 году, если не ошибаюсь, Шаламов отказывается от публикации за рубежом. Если Солженицын, наоборот, готов к публикации. Вот, собственно, путь Солженицына я не стану вам пересказывать, сейчас он известен, да, имя непроизносимое или произносимое только в отрицательном контексте раньше. То Шаламов категорически от этого отказывается. У него одно дело – жить и писать, и рассказывать правду о том, что произошло. Кстати, вот в 1937-м его посадили на 5 лет, он должен был выйти в 1942-м. Знаете, что он сказал? Он сказал, что Бунин – великий русский писатель. Да. И за это ему продлили срок. Русский классик. Да. И поэтому биография Шаламова, конечно, страшная. Жизнь он заканчивает в доме для престарелых, потом его насильно перевозят в психиатрическую лечебницу, по дороге он заболевает. Можно строить сколько угодно версий. Умирает от воспаления, переохлаждается, умирает от воспаления легких, будучи уже старым, тяжело больным человеком. Литературное наследство Шаламова без упречения. Он действительно очень большой. Это не... Чем отличается публицистика от литературы? Публицистика, я прошел, я видел то-то, то-то. Публицистика тоже стреляет в человека. Но литература стреляет в него, в сердце. На века, на время, навсегда, на длинное-длинное время. И Шаламов, как литератор, и все он притопит. Ничего, то, что происходит сегодня, ну, во-первых, то, что происходит сегодня, я имею в виду вообще, в бывшей стране, вообще на всей земле, это, естественно, следствие вот этих лагерей, и в том числе и судьбы Варлама Шаламова. И то, что сегодня, не пришла прям вся Одесса любоваться на эту выставку, и люди не пришли, это тоже, но история не движется ровно. Это синусоида, есть провалы. Мы сейчас вот как раз там, вот мне интересно. Точно так же, как, допустим, 40 лет назад. Вот если бы человеку сказать: я тебе дам почитать Шаламова. То есть эта книга передавалась из рук в руки. Она читалась ночами, она читалась тайно, она читалась подпольно, и ею восхищались. И время Шаламова сегодня нет, оно все равно еще придет. Потому что, я завершу очень банальной фразой, но абсолютно справедливо. Тот, кто стреляет в прошлое из пистолета, получит в ответ выстрел из орудия. Если у кого-то есть что сказать, то... Спасибо. Да, там все подходит, на подходе еще, да.